Ну что, ребята, пришло время рассказать правду про нас с Германией. Сейчас она проговорит, и я продолжу. В смысле, 30-летними тебе не интересно? Тут, пожалуйста, поподробней. А мне нравятся мужчины постарше, но я хочу сказать так, что даже и постарше мужчины есть... Это не от возраста зависит. Но, как мне показала практика, допустим, парни моего возраста 23-25 лет, 30 лет, ну еще просто в голове дети, ребеночки, просто... Мне не о чем с ними разговаривать, у нас разные цели на эту жизнь. Если я там хочу себе мужчину, который старается, что-то делает, развивается, зарабатывает деньги, а есть такие мужчины, которые работают себе на заводе за 2000 евро, их все устраивает, и они ни к чему не стремятся, они ничего не хотят от этой жизни, они не хотят ни путешествовать, ничего, им и так нормально. Вот им окей, меня такие мужчины не привлекают. Есть мужчины, которые в 30 лет с родителями живут, это тоже не окей. Куча разных моментов. Если он взрослый, это не значит, что он зрелый, понимаете? Вот и все. Конечно, зависит от человека, но вот в основном 30 лет — это еще просто дитина, которой хочется еще гулять, ходить, смотреть, но ни к чему серьезному не готов он. И я не говорю за всех, но вот большинство. Ой, ребята, сначала вам напомню, ребята, что сегодня и завтра последний день акции 3 курса по цене одного. 2 дня всего лишь осталось, даже полтора уже, ребята, успейте приобрести, потому что времени осталось мало. Проходите на мой сайт, выбирайте курс «Как взаимодействовать с женщиной без потерь» на 5 часов в видеоформате. Заходите туда, ребята, кликайте на каждый курс, там подробное описание, в видеоформате, в печатном, там все есть, вся информация. И попутно себе еще 2 выбирайте курса любых, каких захотите, в подарок, ребят. Торопитесь, времени осталось мало. Ссылочки все в описании, за клином комментарии. Проходите, ознакомьтесь. Там кнопочка «Связь со мной», написали мне в личку, получили через минуту 3 курса. Теперь по поводу этого всего, ребята. Мне часто пишут: «Саныч, это твоя любимица, это твоя любовь, ты в нее влюбился, а она в тебя, и вы друг в друга», ну, в общем, так далее. Ну, в общем, как бы зрители уже создали картину, как бы они хотели видеть дальнейшую, так скажем, перспективу нас с Германией там и так далее. Да? И я решил вам рассказать, ребята, чистую правду по поводу меня и ее. Долго хотел, ребята, вот прям, знаете, вот много роликов с ней записывал, да, вот прям, чтобы подготовить вас и себя к этому событию, чтобы вот взять просто и открыться вам. Я должен это рассказать, должен. Я не могу больше таить это в себе. Потому что где-то там внутри это все, вот как когти скребут, понимаете? Говорят: «Саныч, ты на ней женат тайно, там, и вы живете вместе, вы там делаете друг другу пиар там, и так далее, да?» Ребята, можете включать запись экранов, сейчас будет правда. Я и Германия не женаты. И никогда не были. И друг друга не знаем. Ну, я вам правду скажу. Не, ну, просто мне просто напишут, сами просят в комментариях: «Саныч, давай Германию, вы на ней женаты», там и так далее. Как бы я ни сном, ни духом вообще. У меня есть как бы тоже завсегдата и канала, как бы там типа «А вот Дианки» там и так далее. Но почему-то именно Германию мне приписывают в жены, ребята. Протроллил? Протроллил. Вот так вот, ребята. Ладно, все это шуточки. Вот, а не получилось, да, вот Саныча раскусить опять, не получилось, да. Давайте по поводу того, что она нам рассказывает, ребята, то есть там, типа, что якобы там мужчины, которые ни к чему якобы не стремятся, их все и так устраивает, слушай, как бы, ну так в чем проблема, если их это устраивает? Я уж молчу там по поводу того, что там мужчины в 30 лет живут с матерью, там, с мамой, с папой, с родителями там и так далее, это я считаю абсолютно нормальным, если как бы, ну, никто никому не мешает, глаза не мозолит, это нормально, я считаю, потому что тут такого, как бы, да, ну зачем там снимать квартиру, там, за бешеные деньги, как бы, если можно просто жить на одной жилплощади, если она позволяет, к этому располагает, да, вот. Но зато Германька у нас, ребята, живет на крыше, там, где Карлсон, как бы, и стремится, ребята, жить не на крыше, как бы, это, конечно, круто. А как она, ребята, стремится жить не на крыше, я вам сейчас покажу тоже. Давайте послушаем, и потом дальше разберем. Так, аутфит на свидание с миллионером. У меня сейчас свидание через... час, я уже оделась, ну, чтобы тиктоки поснимать. Ага. И покажу вам, в чем я иду.
То есть она, ребята, ходит на свидания с миллионерами, как бы, то есть, ну, чтобы бабла найти, как бы, то, соответственно, как бы, и тиктоки снимает. Это ее стремление к лучшему, ребята. Мужик работает на заводе за 2000 евро, а она тиктоки снимает. Это круче. Я иду все в новом платье. Оно просто такое длинное, в обтяжку. В лоферах, в бабушкиных туфлях. Лоферы? Напишите, кто знает, что такое лоферы? Я не знаю. Пишет. И сверху пиджак, и такая красная сумка, чтобы какой-то акцент был. И нет, я не в белых носках, просто я бледная. Мне очень нравится мой аутфит, он выглядит так, знаете, по-солидному. Я сделала такой небрежный пучок, потому что на улице ветер, и мои волосы вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Я извиняюсь, пучок где сделала? Волосы где будут туда-сюда? Как бы, ну, надо уточнять, потому что, ну, как бы мало ли что, слушай. Ветра. Мне это очень не нравится. Такой легкий макияжик. Red nails. Это такой, знаете, вот этот новый популярный цвет. Как это называется? Гнилой вишни. На камере как-то очень ярко. Под цвет моей сумки. Под цвет моей Таши. Вот такой вот аутфит, девочки. Оцените. От 1 до 10. От 1 до 10. Ребята, нет, я не красуюсь мышцами и мускулами, ребята. Я просто уже 5-й ролик подряд записываю. И немножко, так сказать, уже затекли у меня чресла и конечности. Вот, надо немножко уже идти разминаться на улицу, прогуливаться, ребята. Ну вот, собственно, как бы германька таким образом у нас, ребята, стремится к большему, чтобы, ребята, найти себе миллионера. Кстати, буквально в прошлом ролике, говорит, у меня только один парень, с которым я хожу на свидание. Только заканчивает этот ролик записывать, начинает записывать следующий, ребята. Тут уже миллионер, потом какой-то там то ли турок, то ли араб, то ли какой-то итальянец какой-то, который на нее лысую балду гоняет там и так далее. Амнезия у чаечки, что, ребята? Вот вы вот серьезно думаете, что я такую взял бы замуж, ребята? Да я лучше один всю жизнь буду. Ребята, она приготовит макароны и забудет их достать с кастрюли, как бы. Ну, оно мне надо, как бы. Сказать, садись и ешь, пустая тарелка. Но она забывает все. Через полминуты, ребята, они минутный ролик записывают и все забывает сразу. Зачем мне такая жена? Для чего? Она мне вообще не нужна. Тем более уже такая, как бы. Как я вас, ребята, разыграл, да? Признайтесь, это же ваша любимица, вы же ее любите, ребята. А мне приходится, как бы, ну то есть, ну, я ж в любом случае взаимодействую с аудиторией, да, как бы мне ж надо, так сказать, налаживать контакт, там, что вам нравится, там, что мне нравится, да, как бы вот, ну, нет, она симпатичная чаечка, но смысл в том, что, как бы, таких чаечек в ТикТоке я могу найти вам миллион просто, но именно вы меня просите, сейчас напишут, Саныч, ты опять оправдывайся, там, так далее. Какой морковки я должен, ребята, оправдываться, скажите мне, пожалуйста, вот вы почитайте, вы даже под этим роликом почитайте комментарии. Саныч, давай больше Гелмани. Гелмани, давай больше. Бе-бе-бе. О, ребята, уже кресло скрипит. Кстати, у меня уже кресло хана, надо новое покупать. О, ребята, не забывайте про акцию 3 курса по цене одного. Всего лишь осталось 1.5 дня уже, ребята. Вот, следующая, я даже не знаю, когда будет, и не скоро. Проходите по ссылочкам на сайт, ребята, вся информация там есть. Прекраснейшего всем дня, отличного настроения и всего самого хорошего.